365 день, где наш 365 день? Мы уже больше года с вами, по идее, на этой машинке едем. Но не на этой, на всех машинках. Офигеть просто. Ну все, сейчас мы, в принципе, доедем. Нормально. У нас бензина много. Ускорителя много. О! Тут ускоритель вообще бомбический, мощный стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь вот так вот делаем. Опа, взлетаем. Вот, хорошо. Все, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру «Машинки против зомби». У нас день 360-й. И мы на своем автомобильчике аккуратненько едем, потому что если мы будем сейчас спешить, у нас разлетятся полностью все на свете разлетится. Ускоритель разлетится, автомат улетит. Поэтому сейчас мы аккуратненько спускаемся вниз. Отлетел, смотри, у нас автомат, к сожалению. И надо аккуратненько здесь. Скорость мы вообще бешеную развиваем, поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, поехали, лети вперед. Во! Ох ты, видишь, у нас все здесь отлетается. Поэтому надо аккуратненько ехать. Ой-о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 й. Аккуратно. Вот, нормально. Вот, смотри, зомбак летит. Опа! Все, взорвался зомбачок, улетел. А мы продолжаем свой путь. У нас еще все, ускорителя практически у нас нет. Поэтому чуть-чуть сюда доедем. Все нормально. Ускоритель закончился, и бензин у нас тоже на исходе. Но проехали мы достаточно-таки много. Вот, проезжаем, отлично. Здесь тоже все. Ух ты, смотри, нифига здесь прикольно. А я здесь был? А я здесь не был. Ох, и закончился бензин. Ну, пойдет. Ага, давайте купим. Приобретем коробку передач. Хорошо. Теперь наш автомобильчик стал ехать намного быстрее станет. Ух ты, аккуратно. Да, нормально едем. Ох, автомобильчик наш. Давай, лети, аккуратненько. Да, ох, давай наверх. Ох, мне бы еще выше бы забраться мне. О, полетели, ах, да, все нормально, все хорошо. Ускоритель на месте. О, летим, как нифига, ай-яй-яй-яй, аккуратно. Главное, чтобы наш ускоритель не улетел, не сломался. Все, ускоритель закончился, нормально, все хорошо. У нас даже пушка сохранилась, прикинь. Сохранилась пушка, и ускоритель не отлетел. Все хорошо. Все отлично. Давай наверх, а хорошо. И здесь мы сейчас проедем вперед быстрее. Давай, машинка. Я хочу уже, знаешь что? Я хочу открыть уже этот самый, как его, пожарный автомобильчик хочу открыть. Все, не дождусь. Да я его открою. Все, а наш минивенчик, он уже разрушается потихонечку, уже смотри. Вот здесь интересно проехать будет. Хоп. Все, смотри. Давай. Еще чуть-чуть осталось. Смотри. Нормально, мы даже больше проехали. И здесь у нас заканчивается бензин. Но мы все равно спускаемся на такой бешеной скорости. Офигеть, смотри. Круто. Надо еще купить. Сейчас, если будет такая возможность, то мы купим бензин. Видишь, машинка наша едет. О, давай, еще дальше. Нифига, тут-то доехать, оказывается, совсем немножко осталось. Но ничего страшного, мы сейчас... Да. Мы покупаем еще топливный бак, отлично. Все, погнали. Хорошо так. Здесь мы не будем сильно спешить. Топливный бак у нас есть. Улучшили топливный бак. И наш автомобильчик летит. Летит вперед. Давай, аккуратненько. Давай немножечко ускорим тебя. Вот так, хорошо. Сейчас будем взлетать. Сейчас мы дойдем до этого места.
Вот, сейчас полетели. О, нет, здесь сильно не полетишь. Здесь сильно не взлетишь. Ой, ой, отлетает. Отлетел у нас, представляешь? Защиточка наша отлетела. Вау, улетим вообще нормально. Все, и еще есть у нас ускоритель? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть ускорителя еще даже есть. Опа, все, ускоритель закончился. Ладно. Ничего страшного. Едем без ускорителя. Так, сейчас здесь аккуратненько вниз. Ускоритель утерян. Все, все разлетелось нафиг. Ох ты, прям вообще. Давай, 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 вперед, молодец. У нас, в принципе, бензинчика еще много. Может быть, возможно, мы долетим. Доедем. До нашего нового автомобиля осталось совсем чуть-чуть. Здесь пролетаем. И здесь скоро будет такой, знаешь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Опа, есть, хорошо. Вот, и здесь будем вниз лететь. Смотри. На такой бешеной скорости. Офигеть. Фига мы разогнались как. Давай, давай, автомобильчик. Я прямо на максимум жму. Я жму на максимум. Блин, да еще там дофига ехать оказывается. Ё-моё. Что мы можем приобрести? Двигатель. Да, купим. Все, у нас самый мощный двигатель, который все возможен. Все, едем. Ой, так, не врезаемся. Самый мощный двигатель. Ой, у нас что-то все разлетается, смотри. Блин, аккуратненько. Ой, давай, давай, наверх. А, не получилось наверх. Ладно, ничего страшного. Давай, машинка. Патроны закончились. Все, разлетитесь, разлетитесь все нафиг. Так, здесь аккуратно. О! Ускорение. И сейчас будем взлетать. Полетели! Так, все, ускоритель закончился. Ладно. Не страшно, если закончился ускоритель. Главное, чтобы он не вылетел, не улетел никуда. Ай, зомбарь, ты чё? Прицепился? Ты билет купил? Проездной у тебя что есть? Покажи. Покажи проездной твой. Просто так сел на автомобильчик, поехал, да? Ага. Должен за проезд заплатить. Бензин же не халявный. Бензин надо покупать. Вот. Давайте, ребятушки. Сейчас я вас всех... Аккуратненько, вот так, все. Едем, едем, едем вперед. Давай, 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 еще немножечко. А здесь у нас, смотри, какая шляпа. О, надо, надо взорвать, взорвать, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо этот покупать, короче. Утяжелитель. Чтоб можно было с утяжелителем фигачить. Так, смотри, я знаю, сейчас специально не нажимаю на этот самый, на газ, чтобы у нас не кончался бензин. А бензин все равно кончается, хоть ты на него нажимаешь, хоть ты на него не нажимаешь. Ладно. Все, бензин закончился. Что здесь я хотел купить? Я хотел купить вот этот вот развесовочку. Все, теперь едем. Все, с развесовочкой. Должны мы нормально ехать. Ой, аккуратненько здесь. Все, отлично. С развесовочкой. Прям хорошо. Так, зомбари. Я теперь могу это все рушить, как бы, по идее, нормально. Таранит прям дело. Вот, ускоряемся. Здесь, в принципе, немножко ускоряемся. Вот. А здесь сейчас будем ускоряться прям максимально вверх. О! Ух ты! Блин. Машинка моя разнеслась в пух и прах. О, ускоритель закончился, не страшно. Здесь все взрываем. Так, машинка наша еще пока живая. Все, ускоритель утерян. Так, зомбаки, не мешайте мне, пожалуйста, идите нафиг. Надо будет еще автомат более мощный. Хотя его до сюда не хватит, он разломается. Ладно, сейчас будем покупать туда бензик. Бензик. Все, поверху, видишь, мы едем поверху. Поверху удобнее. И здесь мы прям взрываем все на свете. Во!
Ох, нифига, какое падение, ты видел? Свободное падение. Все, разгоняемся, разгоняемся. Давай, 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 давай. Немножко осталось. Ну, в принципе, бензина у нас, смотри, достаточно. Ох ты, это что там такое-то спереди? Смотри, ты видел? Я не могу туда долететь. Падаем вниз тогда. Ух ты. Как все непросто, слушай. Как все непросто. Все, бензин закончился. Осталось-то доехать-то совсем чуть-чуть было. Смотри, ты видел, да? Вообще, чуть-чуть совсем осталось доехать. Ладно, попробуем еще раз доехать. Не знаю, получится, нет? Ладно, нам нужно бензин купить. Вот тогда с бензином мы точно доедем. Опа! И будет у нас пожарный автомобильчик. Давай, 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 едем, едем, едем. Все зомбаки разлетаются. Так, здесь тоже побыстрее мы сейчас ускоримся. Вот мое любимое место. Мы прям летим, летим. Летим, летим вперед. О, видишь как? Мне нравится. У меня еще и ускорителя много, слушай, а? О, давай наверх сейчас. Опа, чуть-чуть осталось. Ой, ускоритель утерян, блин, у меня еще там чуть-чуть оставалось. Ладно. Посмотрим, сможем ли мы доехать. У нас, в принципе, бензинчика еще много. Если нет, то мы просто купим еще бензина. Мы уж точно доедем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь, смотри, остановились. Давай, машинка. О, сейчас свободное падение будет, мне нравится. Уи, нифига себе. Офигеть. Прикольно вообще вот здесь. По тоннелю так падать вниз. О, давай-давай-давай-давай, машинка. Все, сейчас, ох-ох-ох-ох-ох. Спускаемся вниз. И едем вперед. О. Блин, застряли здесь. Эх. Вот из-за того, что мы застряли, мы можем не доехать просто, понимаешь? И вот здесь очень много вот этих вот всяких препятствий. Давай, давай, машинка. Ой-ой-ой-ой, еще чуть-чуть. Ну, спустили бы вниз бы. И все было бы хорошо. Давайте купим бензобак. Все, теперь точно мы доедем. Поехали. День 366. Нифига себе, 366. 365 день. Где наш? Где наш 365 день? Мы уже больше года с вами, по идее, на этой машинке едем. Ну, не на этой, на всех машинках. Офигеть просто. Ну все, сейчас мы, в принципе, доедем. Нормально. У нас бензина много. Ускорителя много. О! Тут ускоритель вообще бомбический, мощный стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь вот так вот делаем. Опа, взлетаем, взлетаем. Вот, хорошо. Все, ускоритель закончился. Эх, чувак, ты чего прыгаешь? Прям на меня, на машинку-то прыгнул. Ладно. Проедем сейчас быстренько. Опа, наверх, прям наверх. Смотри, у нас получилось. Оп-оп-оп-оп-оп, аккуратно. Да, видишь, рабочие строители стоят. А мы едем. Зомбаки. О, смотри, сколько там у нас... О, еще много ехать, слушай. Ехать-то много еще. Давай-давай-давай, ускоряйся, машинка. О. Где-то здесь скоро будет у нас этот сам... А, вот у нас. Все, летим вниз. Свободное падение такое, видишь, у нас. О! Зомбари. Так, и здесь у нас будет... А, вот у нас здесь будет падение, да, вниз. Все, падаем. И едем вперед, вверх. Опа! Вот здесь аккуратненько. Вот, отлично. Так, бенза еще у нас достаточно. Так что, может быть, мы доедем с вами, ребята. Давай, давай, машинка. Все, доехали. Ой, как хорошо. На такой калмашке. Вот наш пожарная машинка. Прикольно.
Давайте посмотрим нашу пожарную машинку. Заходим в гараж. Ох, какая машина. А ну что у нас здесь? А, и все, и последняя у нас осталась, такой вот самосвал. Ну давайте проедем, поедем, посмотрим. Вот у нас какая машина прикольненькая. Сейчас опробуем трассу. Так, интересная трасса такая вот. Летят у нас бочки с динамитом. Ох, нифига, смотри, какие мощные эти самые зомбаки прям огромные. Смотри, летят. Офигеть. Ого. Это прям вообще мутанты какие-то радиоактивные. Давай, машинка, давай. Пожарная наша. О, и здесь мы скатываемся вниз. Есть. И здесь все, остановились. Получили 12 миллионов. Итого у нас 38 миллионов. Давайте еще раз проедем на нашей пожарной машинке. Посмотрим. Эту трассу мы... Нам нужно ее изучить. Как, где, что поворачивать, где, как ехать. Так, зомбарей много вот мощных вот этих. Мы сейчас их всех задавим. Да, будет улучшаться наша машинка. Мощная. А так пока она, в принципе, превращается в консервную банку потихонечку. Ой-ой-ой-ой-ой, давай-давай, вперед. Больше, больше, больше мощи. Все, бензин закончился. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем заканчивать серию. Большое спасибо, что досмотрели ролик. Спасибо, что поставили лайк, поделились этим видео, написали комментарии. Ну что ж, до новых встреч в новых роликах. Всем пока-пока.